Добрый вечер. Я очень рад поздравить сегодня с первым юбилеем фонд, его сотрудников, учредителей. И праздник это и для нас, для всех, для друзей фонда. Мне лично очень ценно, что вот Арсен говорил про миссию фонда и называл сохранение очага культуры и развития. Для меня еще, наверное, наиболее ценна еще одна функция, которую взял на себя фонд, это трансляция наших ценностей в мир. Сегодня мир изменился, он, с одной стороны, очень интегрирован, а с другой стороны, разобщен. И язык культуры, язык искусства – это, если угодно, такое эсперанто, которое может вот этот, эту ситуацию разобщения исправить. Для нас архиважно транслировать наши культурные наследия в мир. И то, что фонд поднимает сегодня тему поддержки молодых исполнителей, это, мне кажется, может многое изменить в лучшую сторону. Это очень здорово, потому что когда сидишь в зале и смотришь на этих ребят, на те эмоции, которые они транслируют, ну, откровенно говоря, мурашки по телу. Это так здорово, это так искренне, и это действительно объединяет. Это объединяет на уровне души, на уровне эмоций. Я благодарен за эти эмоции, за тот восторг, который мне сегодня пришлось, я надеюсь, еще придется испытывать, сидя в этом зале. Мне очень нравится достаточно известная эпитафия Вонегута. Музыка есть доказательство существования Бога. Вот, мне кажется, она как никогда подходит к этому вечеру. Спасибо вам большое за это.